В Заинске состоялся концерт, посвященный году родных языков в Заинском районе и народного единства в Республике Татарстан. Концертную программу организовала Заинская детская школа искусств. Режиссером, постановщиком и ведущим выступил заслуженный работник культуры Республики Татарстан Владислав Тыткин. В этом году в школе стартовал долгосрочный проект «Единение искусств». Проект «Единение искусств» – это новая форма художественно-эстетической и творческой деятельности школы искусств, который посвящен году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и году родного края в Заинском муниципальном районе. Все искусства с помощью особых средств выразительности цвета, формы, линии, мелодии, ритмы и движения разговаривают с нами, зрителями и слушателями, но могут вести беседу и между собой. Внимательно прислушиваясь друг к другу, виды искусств взаимообогащаются. В результате единения и диалога они черпают новые идеи, заимствуют некоторые художественные элементы. Так появляются новые направления и даже новые виды искусства. Зрители, родители воспитанников школы искусств с восхищением смотрели на выступления своих талантливых детей и педагогов школы. Открыл концерт детский хор с песней «Мин Яратам Сине Татарстан». Хореографический коллектив «Каприз» исполнил несколько танцевальных номеров. Зрителей порадовали выступления Владислава Тыткина, Адели Идиятовой, вокального ансамбля педагогов школы Виктории Степановой, Анны Рафаиловой, ансамбля «Вдохновение» Елены Котельниковой и других исполнителей. Ярче красок нет неба, мой любимый цвет. Продемонстрировала, как переплетаются между собой разные виды творчества в рамках проекта «Единение искусств» педагог дополнительного образования Алия Степанова. Такая интеграция может способствовать возникновению нового отдельного вида искусства. Ваша задача по вашему, по орнаменту вашей ложки найти костюм, где похожий орнамент, и подойти к этому костюму. По очереди, пожалуйста. Ага. Правильно, молодцы. Медалью за заслуги в культуре и искусстве были награждены высокопрофессиональные работники организации в области культуры, искусства, образования, полиграфии, печати, радио и телевидения. Медали вручил председатель Заинского отделения организации «Боевое братство» Сергей Хватков. Давно уже контактируем с Владиславом Славовичем. Они принимают активное участие по нашему приглашению вот на день вывода советских войск из Афганистана. Значит, и юбилейные, значит, года, и рядовые года. Они нас, значит, нам ставят концерты. Мы давно уже дружим, и поэтому, значит, как бы мы хотели бы со своей стороны, значит, каким-то образом вот отблагодарить работников, значит, искусства. Параллельно на втором этаже здания школы развернулась выставка работ учащихся и педагогов отделения изобразительного искусства. Основные эти рисунки наших узнаваемых местах города Заинского и Заинского района, поля, леса, луга и озера наши, и реки. В основном более 40 работ выставили, и также и педагоги, и дети. В этом году школа искусств будет еще не раз радовать заинцев новыми направлениями в работе и яркими творческими выступлениями. Айгуль Ярулина, Юлия Казамарова, новости Заинска.